Государственный секретарь Кырымбек Кушербаев выступил с онлайн-лекцией в Академии госуправления при президенте Казахстана. В этом образовательном учреждении уже стало доброй традицией, когда видные государственные и общественные деятели проводят занятия и живые беседы со слушателями Академии. Сейчас в ней обучается больше 300 магистрантов. Кырымбек Кушербаев рассказал об управлении государством, о сути независимости и важности перехода на латинскую графику, а также о борьбе с глобальными вызовами, в том числе коронавирусом. Состояние мировой экономики, в котором она находится в настоящее время, не имеет прецедента по масштабу кризисных явлений со времен Великой депрессии и Второй мировой войны. Для этого кризиса уже придумано название «Великая самоизоляция», Great Lockdown. Его сравнивают с другими потрясениями и кризисами Великой депрессии 30-х и Великой рецессии 2008-2009 годов. О масштабе текущего кризиса можно судить по его последствиям для мировой экономики. Например, период Великой рецессии 2008-2009 годов снижение мирового валового продукта по оценке Международного валютного фонда составило 0,1%. А в этом году тот же Международный валютный фонд ожидает спад мировой экономики на 4,5%.